Начинающие предприниматели в Петропавловске могут претендовать на гранты для создания своего бизнеса. В город администрации начался прием документов для участия в соответствующем конкурсе. Подавать заявки можно до 10 сентября с 9.30 до 17 часов в службе одного окна управ делами мэрии Краевого центра на Ленинградской 74 дробь 1. Конкурс пройдет 13 сентября. Подробности на сайте администрации Петропавловска.